У нас идет разделение потока. Это дети с температурой и заболевшие. Они идут через фильтр-бокс. Все обозначения есть на вывеске и на входе в поликлинику. И чистая зона, где идут здоровые дети. Также и организованы приемы посетителей. То есть, если это больные, они идут через фильтр и поднимаются на прием к педиатрам, тем, кто принимает больных детей. А здоровых детей принимают в отделении, где организованы кабинеты приема педиатров для здоровых детей. Чтобы все врачи-педиатры не контактировали с больными, созданы бригады. У каждой бригады есть свои костюмы, своя экипировка. Они готовятся, одеваются и едут. Каждый по своим педиатрическим отделениям. Комбинезон, одноразовый халат наверх, шапочка, респиратор второго типа, очки. Вот обязательно, конечно, перчатки, бахилы. То есть у нас есть длинные бахилы, есть которые обычные такие. Вот, одеваемся и выезжаем на выезд. Там, естественно, мы снимаем одноразовый халат, который уже непригоден, меняем перчатки, бахилы. Вот, и все на этом. Ну, то есть, естественно, обработка у нас проходит растворами. У нас организован колл-центр по ковидным больным и контактам. Туда поступает информация, они передают эту информацию на участке и бригадам. Бригады едут, забирают маски обязательно. Потом на 10-й день мы можем делать, если у нас на больничных листах и в связи с тем, чтобы ВНК наша не превышала 14 дней, мы делаем экспресс-тест. Экспресс-тест, если он отрицательный, и первый мазок отрицательный, то ребенка можно отпускать в коллектив. Если он дает нам положительный результат, то, естественно, мы забираем опять ПЦР-ку. Ковидных пневмоний у детей нет. Все наши больные дети, которые положительно переносят в легкой форме, по типу УРИ. Режим поликлиники у нас сохранен. Единственное, что бригады вот эти работают еще и по субботам. Сотрудников хватает, посещений в поликлинике у нас сейчас немного. И у нас есть возможность организовать и большее количество бригад, но в них нет просто необходимости. Мы справляемся. Буквально вот на приеме мы принимаем, ну, человек там 5-10, это от силы, и то больше там спросить что-нибудь приходит, или вот те, которые мои болеющие. Вот визиток также очень немного, наверное, 2-3 в день, то есть иногда больше, ну, то есть, говорю, значительно снизилось, прям в разы.